Инь и Янь. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе? Не знаешь ответ? Нервничаешь? Не знаешь, поэтому нервничаешь, да? Ах! Боже, смотрите, у нас на улице снег. Ой, окошко бы протереть. Снег. А снег идет. Первый снег. Ну, он, конечно, еще, наверное, не ляжет. Оно и хорошо, но все равно. Снег кружится. Снежинки. Боже, ну что такое? Вообще я собралась готовить обед, но залипла на вот этом сочетании белое-черное и начала снимать влог. Угу, такое только у меня бывает, наверное. Все, котики, снег, воскресенье. Жирончик, я замерзла уже. Пошли домой. Пошли домой. Я готовлю пасту томатную. Ну, я бы не сказала, что, честно говоря, на вкусе это как-то сильно отражается. У меня, в принципе, томаты натуральные, антидепрессанты. Вермишелинная томатная. Ну, короче, не знаю, я особо томатного привкуса не чувствую. Но, наверное, они томатные. Время 2:22. Снежок идет и тает. Вот прекрасно, идет и тает. Это самое важное. Потому что Лизонька на летней резине. Угу. Да-да-да. Да-да-да, на летней резине. А зима всегда приходит неожиданно. Как для меня, так и для наших коммунальных служб. В общем, готовлю сейчас обед. Мне вообще неплохо бы съездить в магазин, но я что-то не уверена, что я хочу выходить сегодня на улицу. Хотя всего 1 градус. Даже не минус. Знаете, на грани, наверное, между ноликом, единичкой, плюс и минус. Ну, по крайней мере, градусник показывает плюс 1. Но снежок, да. Ну ничего, первый снег увидели. Все, давайте заносите елку с мандаринами. И весна. Я категорично зиму я не люблю. Хотя там, не знаю, может быть, несколько таких снежных-снежных дней я не против пережить. Но не так, чтобы это было там все 3-4 месяца потом, да, вот этот вот снегопад. Не проедешь, не выберешься никуда. Холодно, мерзко. Короче, зима не мое время года. Вот я знаю точно, что мое время года это весна и осень. Лето тоже неплохо, но если оно не сильно жаркое. Потому что сильная жара это тоже, не айс. Так, что, закипают мои макарошки? Мне осталось немножко соуса соевого.
Сейчас я его использую. Ну, все вот такие вот дела. Воскресенье. Чудесный день. Угу. Включусь. Смотрите, какие чудесные серьги нашла. Аксессуар для женщин творческих. Бутылка серьги. Вот такие розовенькие хочу себе заказать. Классные, да? Ну-ка, тут есть? На людях. Нет, нету. То посмотрите, как это выглядит на лице. А, вот есть. Смотрите. Ну и прекрасно же. Вам очень прикольно. Все, я тоже так хочу. Я тоже хочу такие сережки. Все, заказываю. Чем бы дитя не тешилось, главное, что оно тешится. Есть вот такие, есть вот такие. Ой, девочки с рыбкой, но без рыбки, с рыбкой нету. Есть вот только такое розовое. Ну ладно. Беру розовые. Беру. Истеричка, угомонился? Мы гуляли совсем недавно. Я уже замерзла с тобой гулять. Вот такие истерики устраивают, если не открываешь окно. Ладно, иду, сейчас открою. Капец. Работать не даст. Вышла в Пятерочку. Там вон собачки сидят. Вон они. И они что-то ходят, 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 ходят. Блин, короче, я купила им еды. Пока вышла, там вон кто-то косточки дал. Там девушка вышла, сухой корм из машины насыпал. Он говорит, они здесь... Ну, на другой стороне, вот там вот в церкви Михайловская Слобода, вот они там, говорит, живут. В принципе, они бездомные, но их подкармливают. Так, ладно, я поехала в сторону дома, я купила тоже кошкам еду, к Согласику с подружкой, потому что начинаются холода. А в холода надо подкормить всех. Поэтому вот обновила себе запас. Да, это медовик купил. Он, кстати, стал стоить 180 рублей. Раньше был 160-150. С сегодняшнего дня уже 180. Угу. А китикет купила. По-моему, тоже 80 с чем-то рублей стоит. Я помню, я его за 60 как-то покупала. Ну ладно. И вот для собачек. Ну, я им одну дала, одну оставила. Ну, пусть в машине лежит. Все, еду в сторону дома. Да уж, погодка сегодня, конечно. Ого, время 4 часа, уже, знаете, такая туча висит, темно так. В доме уже свет нужно включать. 3 часа. Yes. Ну, что говорить. Осень, осень. Переходит в зиму. Мрачненько, да? Ну да, есть такое. Сегодня только подружка. Согласен, что нет.
Сейчас, подожди минуту. Готовлю ужин. Кстати, вот ответ на вопрос, пользуюсь ли я этой резалкой для огурцов. Вот, пожалуйста, когда дома на салат есть только огурец, то, пожалуйста, огурец с огурцом – самый лучший салат к жареной картошечке. Да, у меня сегодня жареная картошечка с куриной грудкой. Короче, женщина гуляет. Ммм!